За состоянием древних сооружений в Италии будут следить с помощью спутника. Новые технологии значительно упрощают задачу ученым. Особенно если речь идет о больших территориях, как в случае с виллой императора Адриана в пригороде Рима. Признанная объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, она занимает площадь до 120 гектаров. Детальные изображения, полученные с орбиты, позволят специалистам 24 часа в сутки наблюдать за состоянием сооружений, отслеживать смещение грунта или, к примеру, заметить вмешательство черных археологов. При этом спутниковый мониторинг обойдется государству гораздо дешевле обычного. Пилотный проект предусматривает также использование дрона, специально разработанного для этих целей. Со спутника мы получаем изображение с разрешением до 30 сантиметров. Еще более четкие снимки можно делать с помощью дрона. Снимки с разрешением до нескольких сантиметров. Это значит, что на расстоянии мы можем получить информацию о каждой отдельной трещине в стене, например. Мы можем измерить ее и получить изображение со всех сторон.